находимся на исторической части старого города. Сардар-базар. Рынок, одним словом. Рыночная площадь. Да, рыночная площадь. Где заканчивается, пока неизвестно. Рак щупальца расползаются и лайфхолл. То есть это центр. Центр исторического Джатхпура. А в центре башни. Да, в центре башни с часами. Сардарский рынок назван в честь его строителя Махараджи Сардар Сингха. Раджастхан всегда славился своей торговлей и ремесленниками. Потому посещение рынка Сардар – это хорошая идея для познания бытовой жизни раджастанцев. Он – как пример оживленного индийского рынка. Рынок находится в самом центре города. Он обнесен стеной, вполне упорядочен и симметричен. В центре установлена башня с часами, которая является вполне самостоятельной достопримечательностью города. Вход на рынок с обеих сторон обозначается величественными воротами. На рынке продаются традиционные ткани ручной работы и окрашенные вручную женские сари, коврики, кожаные изделия, как туфли и кошельки, сувениры, игрушки, в особенности вырезанные из дерева, серебряные и золотые изделия, недорогие индийские женские украшения, например, стеклянные браслеты, чай, специи, в том числе местный перец чили, антиквариат, керамика, предметы домашнего обихода, фрукты, овощи и многое другое. Смотрите, на Катю примеряют сари. Смотрите, как она одевается. Это такой длинный кусок материи. Завязывается, и сейчас, получается, будут обматывать. А, набирают руки. Смотри, как красиво. Учимся, учимся. И это все за пояс. Также примерили сари, перевоплотили в индианку. Так, вот такая вот шаль Лена купила за 200 рупий. Если на российские, это где-то около порядка 140-150 рублей. Это сейчас вот мы поднимаемся на Джохпурский Биг Бен. Башня с часами на рыночной площади. Биг Бен? Часовой механизм. Биг Бена. Биг Бен 911. Ага. Если ты бег, но электричество. Я милет секунд. А, это вот гири. Представляете, какие? Если ты видео. Ага. Поднимаемся наверх. И все, что ли? А это вот, смотрите. Просто часовым
Биг Бена. Это вот смотровая площадка. Мы только что поднимались на самый верх башни местного Биг Бена, города Джахпура. И вот такая вот рыночная площадь, с которой начинался сам весь город. Зашли местный магазинчик. Смотрим. Платьишки. Померяешь? Хочешь, можешь еще несколько взять, чтобы потом сразу померить? 1800, а это 900. Это если примерно 800 рублей, 800 рублей и 1500 рублей это на России. 900, значит, примерно 700. Да, 700 рублей где-то в России. Ну, где, может, пример? Нет, а кого на Казани? Только здесь можно прямо. Окей, давай. В смысле раздеваться? Как-то романтично. Подождите, я сейчас камеру настрою. Madam likes this? Да, да. Ты как школьница. Я тоже пойду померяю. Там ясно тебя. А ну-ка пойдем померяю. Для голубого города. Для голубого города самый раз. Придется еще раз. Или можно так сделать. Yes, this is nice. Нет, no. Sleep is here. Yeah, good. А у вас нет такого же с перламутровыми пуговицами? Будем искать. Будем искать, да. Тоже красиво. Но то больше не понравилось. Подлицу все. Да, это очень красиво. Ну это... Это прозрачно. Ты будешь подъемник. Побитал бать его рассекать. Так. Белый подъемничек и... Или... Не, его нет. Белые плавочки. Надо снять черное. Понаряднее. Кое-что. А это ночнушка. Которая подешевле. Мне нравится, которая подешевле. Или только как легкая, если на пляж. До пляжа. Ну, а то можно ходить, просто одевать на гору. Вермас по-индийски. Вермас по-индийски. И вот нам наливают чай. Я Мати. 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 Поднялись на крышу одного из домов и решили мы пообедать. Сейчас я вам покажу, чем мы, что мы заказали. Что мы заказали? Fried chicken, жареную курицу, рис. Это вот цены. И спагетти паста 210. Ну, если на российские, то это где-то 170 рублей. Спагетти, курица где-то 270 рублей. Ну, а рис будет где-то около 60 рублей. И самое главное, если вы сильно не употребляете перец и специи, обязательно предупреждайте no spicy и no pepper, потому что в некоторых ресторанах, даже если говоришь no spicy, no pepper, все равно они частично сыпят, потому что они не понимают, как это можно есть без этого всего. Серега зашел помыть руки, и посмотрите, где он. Как удобно. Человек. Как удобно помыть, да, руки. Помыть руки. Вода просто плохо, знаешь? Да. Поздно. Бежи, родимая. Ну а что делать? Умывальник по-индийски. Ничего, блядь, не меняется в стране. Здесь воды, блядь, нет еще. Ну, вид с крыши, конечно, шикарный.
вид на Биг Бен. Ну, конечно, днем обедать вы видите, что в основном на крышах ресторанчики, они все пустые, потому что днем на крыше обедать жарко, конечно. Но у нас вот стоят такие портативные какие-то старинные вентиляторы. Вначале возмутить еще раз. Я возмущался, но только еще раз возмутись. Возмутить нет предела. Он возмущается по поводу того, что он обслуживающий персонал работает. И еще. Семёныч. Тряпочку, говорит, унеси, принеси. Развлечения предоставь. Стол протри. Стол протри. Стол чистый предоставь. Что еще вам вытереть? Потом, попозже. Целина, отправляемся. В стеклянных бутылках. Он палочки. Это не мне. Вася. Ну-ка, не стоит. Ну ладно, сейчас. Что-то вид такое. По-моему, тут один банан. Не то. Попробуй. Пахнет каким-то маслом машины. Так они перфоратором крутили. Вот звук же был. Чувствуешь? Стаканчики не принесли. Ну, он принес. Принес, что не дал. Трубка пахнет. И унес. Трубка пахнет. Конечно. Ну, убери трубку. Его, наверное, просто масло заливали. Тут. Ну-ка. Точно пахнет. Да. Палка пахнет. Но с бутылки вкуснее. Что у тебя с лицом? Ничего. Она нам сочувствует, вот, что мы... Не выкидывай потом. Что? Он стакан он разбили. Так, Серега, на тебя никаких салфеток не напасешься. Варя, хочешь лизнуть? У пенсионеров нет. Лизнуть. Хочешь лизнуть? Ой, нет, я что-то боюсь. Бойся. А так будешь мучиться, не что бойся, не попробовала. Это только первый раз страшно, не бойся. Не живи на здоровье, не то себе не отказывай. Это, вообще, друзья, это мы про Ласси. А вы о чем подумали? Ласси, вы это Ласси называете теперь. Ну. Как вам нравится это? Пусть будет Ласси. Может, на отель. А что у нас не пьют, поживает сейчас сразу. Оккупантам дайте. Оккупантам. Намного не рассчитывай, да? Ну так смотришь, к концу дня наберешь. На ужин. На баранину, на ягненка, на ягненка. Сколько там еще осталось? 290. На ягненке еще хотя бы полтора. Там еще где-то в соседнем ресторане, я видел, тоже несколько человек сидит. Там тоже машину у них это, пол протереть, стол протереть. Мусор вынести. Да, кстати, мы на канале у Вовы и Кати. Мир путешествий. Забыли. Мир путешествий. А где мы находимся? А где находится канал? А мы дремучие провинциалы. Мы вместе путешествуем по Индии. Подписывайтесь на наш канал и на их канал. И ставьте колокольчик и лайки. Не забывайте. Сейчас мне надо снимать. Сергей, уходи. Ой, мама родная. Осторожно, глаза. Вот понеслось, пошла вода горячая. Пошла вода ватная. Надо понять, это самое. Сюда поставить, она ровно на камеру стоит. Да? Чё, ты переехал сюда, что ли? Совсем? Прохладно. Да? Ну, я тогда вот сюда перееду. Ну, хочу сейчас по кругу меняться. Хорошо пройдётся. Да? Я его, честно говоря, не протирал. Я так всё. А, ты что, со своей садилкой? Я на свой стул пускай. Вы знаете, как я его протерла? Спинку, чтобы прислониться можно было. Вот эти вот штучечки. А ножки? Ножки. Я сильно постаралась, поэтому я, ребята, парень, а вы не с водой, прошу. Ты так серьезно. Варя, а для чего вы это делаете? Да я смотрю, тут грязью все это заросло. Я
меня ключики с горла Точно, точно. Такие уж, наверное, может быть. Они здесь открывали. Может быть, минус 22. Особо у меня было закрыто, как это. А ты протер зиры банку? Банку не протер, я же не знаю, что делать-то. Ой. Ой. Вот так, нету мусорницы. А наш обед приготавливается вот на такой вот кухне. Помидоры, это вот жарится на чикен, соус, Индра, nice to meet you. Володя, Вова, Вода. Готовит нам Индра, так, ну вот так вот выглядит. Это вот кухня. Смотрите, на крышах, если вы обратили внимание, такие вот стоят резервуары. Вот и здесь тоже на крыше. Такие пластиковые бочки. Это, я вам скажу, это горячая вода. И просто наполняют. Особенно вон вот черная. Ее наполняют, допустим, с утра наполнили, она нагревается, и потом вы просто пользуетесь, можете пользоваться горячей водой больше. Так, вот курочку нам уже принесли. Конечно, порции нас удивили. Не очень как это. Обычно приносят большие, да. Здесь вот вы видите. Не сильно они нас балуют. Принесли рис. О, баранина шикарная. Нан, рис и баранина. И вот такой вот мы обед. Сейчас будем трапезничать. И обратите внимание, какой рис. Какой он длинный. Он длиннее нашего раза в три. Не, соус там, наверное, очень будет печеный. Вот кусочек баранины можно было. Мне еще принесли макарошки. Так, ну вот, перекусили. Соус маленько помягче сделать, все. Слишком остро, очень остро. Мы просили no spicy, no pepper. Но остроты они не пожалели, поэтому... Да, то, что хотели, получили. Так что они не должны быть приехали, им бы не понравилось бы наше. Ну, они не понимают, что... Когда мы говорим no spicy, они не понимают, что... Как это можно без перца? Ну, Наташа поставила троечку, я тоже. Двоечку или троечку. Два с плюсом. Так что, ребята, у вас лайк, колокольчик и подписка. Все, пока-пока.